ужасов впечатлительных на ночь. Питон Норман охотится на собак. Охота на собак, на тойтерьеров. Да, специально для комментаторов всяких, что они питаются собаками. Да. Он пошел на охоту, сейчас кого-то задушит и будет жрать обязательно. А потом меня сожрет. Ой, кто здесь? Да твою ж дивизию, как страшно. Ну ты ж такой большой и страшный змей, ты же жрать пришел. Чего это ты вдруг на измену выпадаешь? А то там комментаторы ждут и надеются. Джонни, лянь, шланга ползет. Джонни, лянь, безобразие происходит. Шланги совсем оборзели, ну. Зая, лянь, какой кошмар, да? Ой, вообще ужас ужасный. Что там такое? Ёханый бабай, да-да-да. Надо же такое. Дюша, шланги ползают, тут безобразие, да? Вот это да, такое бывает в жизни. Ужас, ужас. Так вот все это выглядит. Ну, он просто тусит на диване. Для тех, кто шутки не понимает, это королевский питон, питающийся мышками замороженными и крысятами замороженными. Не ест он собак, они не пахнут мышами. Не судьба ему. Не судьба. Да. Не съест он их, даже если вам очень захочется. А мы, скажи, его и не боялись. Да, у Джонни даже нет сейчас настроения его закапывать. Он обычно говорит, что шланги должны быть в земле, и тупо его закапывает. Ну, сегодня не настроение, да, не настроение. Да, вот такая тема. А тут Патрик выделывается, говорит, давай я буду изображать, что меня уже типа задушили. Да-да-да. Джонни, глянь. Джонечка, глянь, что это? Что это? Гляди, глянь, Джонни, вот, глянь. На тебе. Что это такое? Что за безарбузие? Ага. Даже не безобразие, а именно безарбузие. Кстати, ни одного арбуза еще в этом году не съела. Что-то как-то они некрасивые были. Джонник, пойди глянь, что оно такое? Что там такое? Норман такой, да ну нахрен. Вообще капец, я такой большой змей, что боюсь собак. Да и вообще, скажи, всех боюсь, не только собак. Да, главное, чтобы хозяйка кошку Зину отгоняла, которая не прочь змей всех сожрать. У нее как бы такие мотивы. Угу. Да-да-да. Она такая. Патрик говорит, ладно, я буду в этом ужастике сниматься. Ты говорит, чеши меня везде, будем делать вид, что я задушенный. Да, вот типа Норманом. Типа Норман меня жрать собрался. Главное, правильный ракурс вот с этой стороны, чтобы Норман большим казался. Да, а то скажи, если неправильно снимать, то я больше получусь. Да-да-да. Это такая тема. Скажи, да, змея, скажи, змеей, а уже спать пора. А то он тут гуляет, скажи, по дивану. Уже ему пора, скажи, в свою кабинету, да-да-да, отдельную от нашей. Угу. Да, такая тема. Роман такой после съемок. Ё-моё, опять я крайне остался. Да что ж такое? Караул.